Почему ты не празднуешь с остальными? Я хочу быть с тобой. Я видел, как уехал гонец. Да. Он привез письмо от Франческо Пацци с благодарностью. За что? Он обвенчается с Новеллой Фоскари. Я предложила это ее отцу. Ты? Я увидела, как их тянет друг к другу. И как важна тебе поддержка, Фоскари. Я не справился, Кларичи, я не смог. Пытался установить мир, а принес войну. Пытался сохранить жизни и потерял их. На моих руках кровь. Ты желал мира. Неважно, чего я желал. Ты удивляешь меня, Лоренцо. Ты так образован. Ты изучал умные книги, философию. Бог судит нас не по плодам наших трудов, а потому, что в нашем сердце, твое сердце было и остается чистым. Это не изменит случившегося. Ничто этого не изменит. Нужно оплакать тех, кто погиб, и почтить их память. Если Бог прощает тебя, Лоренцо, и ты должен себя простить. Я был глупцом. Для меня честь быть твоим мужем. Внимание всем игровым! Заходи на Азино 777. Отыграться и выиграть можно только тут.